Что будем делать? Уходить или иди сюда? Комната, вот Дима сидит. Я ему говорю, отремонтирую кран, он не хочет. Вот и все. Вот эта комната сделает обзор. После ремонта. Вот люстра наша. Наша люстра. Дима телевизор смотрит. Наш Дима. А вот комната Сережина. Мы идем в комнату. И видим. И мы тут видим. Что мы здесь видим? Уже кончилось все? Кино. Тут еще 6 минут. Как 6 минут? Уже ж конец? И что мы здесь видим? Мы видим. Двери клеим, стены новые. Шкаф на месте. И ковер на месте. А вот цветочек цветет. Вот он. Красавец. Чтобы не поломать. Вот он такой. Видно его? Видно? Да? Сашка, это баба Валя. Ты меня слышишь? Утю моя хорошая, я тебя люблю, люблю. Тут так темно, что ничего не видно. Ничего не видно? Все будет видно. Вот так видно. Вот так видно? Вот так не видно? Сашенька, моя хорошая девочка, бабушка Валя тебя крепко любит. Сильно-сильно. Ну, а теперь все, до свидания. Я пошла на базар. Ты же сказала ботанический сад. Ботанический? Ну, посплачу. Я ушла. До свидания. Пишите письма. Звоните нам. Какой цвет краски нам необходим? Нам нужно огромное количество цветов. Мы делаем проще. Мы возьмем белую краску. А ты там все видишь? Да, я тебя вижу. Ну, хорошо. Все, время истекло, конец времени. Делаем. Нужно выявить даже грубую фактуру на стене. Но краска нам этого не позволит. Нам необходима шпаклевка. Я бы вам предложил финишную шпаклевку. Это шкаф, производство Полифар. Я как-то пробовал сделать рельефный рисунок именно шпаклевкой. Получается исключительно. Главное ее потом несколько раз прогрунтовать. Нам необходим линолеум, отлично имитирующий халужную доску. Вы не смотрели коллекцию Discovery производства так? Прекрасная имитация дубового настила. Это то, что мне нужно для кухни в украинском стиле. Это воистину покрытие 21 века. Стойкое стирание. Из нашего производителя дает на него 15 лет гарантии. А благодаря своей толстой спиненной основе полностью...